абсолютно разные жанры, но оба этих фильма классные. То есть. А музыку также разную, но в большинстве своем предпочитаю рок, альтернативу, то есть что-то такое. Металл, но не сильно жесткий, потому что сильно жесткий металл все-таки, если под настроение, то да, а постоянно его слушать тяжеловато. Ремора Грэндалл. Лиза, го погуляем завтра. Она не пойдет. Куда? Ты из Челябинска? Нет, что значит? Какая разница?